новое поступление колясок и других товаров для новорожденных. Кроватки, автолюльки, средства для ухода за малышом и многое другое. Если есть у вас ребенок, приходите в «Кенгуренок». Попова 21 и Милицейская 14. В Кирове на улице Дзержинского устроила пьяное ДТП медик из областной больницы. Женщина с подругой ехала из кабака домой, но по пути отвлеклась и врезалась в бордюр. Битую машину заметили очевидцы, которые позвонили в ГИБДД и нашему корреспонденту Павлу Москвину. 31-летняя водитель ГЕЦа Евгения на скорости не вошла в поворот, протаранила бордюр и остановилась у бетонного блока. С виду на машине повреждения незначительные, но первый же осмотр на подъемнике наверняка выявит много поломок. Поворот-то и так-то, Евгений, не крутой. Что, как мы зашли туда? Скорость большая была? Нет. Ну, а что мы? С подружкой заговорили 100%. Да. Честно, да. Я еще причем ехала там на первой. По словам пассажирки, Евгения поссорилась с молодым человеком и в сердцах села за руль под шофе. Человек был очень расстроен. Семейные обстоятельства. Была немножко невнимательна. Семейные обстоятельства, поругались с мужем. Вы как подруга ее решили поддержать сегодня, да? Да. Не могли отговорить ее, чтобы на такси уехать? Не смогла. Вы пытались, да? Да. Если верить подруге Евгении, поворот, как и препятствие, они не заметили. И тут внезапно появились. Бордюр. Внезапно появился бордюр. Пассажирка рассказала, что в баре она взяла полторашку пива, села в машину, пристегнулась и поехала. Ты Васик, да? Это мой. Ваш? Я пила, да. Во, все, разлили пиво-то, да? Так оно открытое было. Во время ДТП разлилось-то, да? Понятно. Целая полторашка вылилась. Так это мое. Ваше. Тем временем Евгения задавала инспекторам странные вопросы. Евгений Николаевич, вы меня просто за табуреточку будете держать? У вас есть такие полномочия? Полномочия? Что, у вас полномочия есть такие? Нет, что вы зайдете и будете меня держать за табуреточку. Почему вру? Я никогда не вру. Девушка не знала, что говорить по поводу ДТП в комнате оформления происшествий. Так что им скажу? Ну, так и скажите, как было. Все. Что я выпила дома, меня выписала вот эта баба, я поехала за ней. По словам водителя, она работает в областной больнице, и эта авария может ей навредить. Мне еще покажут по телевизору сейчас. Это вообще меня сразу с работы уводят. Машину увезли на эвакуаторе, на Евгению составили материал за отказ от экспертизы. Теперь ей грозит штраф и лишение прав. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.